Рік, що минає, без сумніву, став для Дніпропетровської області роком розвитку інфраструктури. Останній звіт про роботу вже зробили, ми про це розповідали у минулих випусках. Сьогодні будемо спілкуватися докладніше, які об'єкти побудували, відремонтували, що у планах. Її студії Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Добрий вечер. Я понимаю, что отчетов много, наверное, да, за текущий период. Такова ситуация последние дни уходящего года. Но, тем не менее, давайте подробнее об объектах, чем можно гордиться. Именно гордиться. Объектов на самом деле огромное гордиться количество. Гордиться можно всем, что сделано. Да, а объектов огромное количество. У нас только дорог более 160 сделано. Это дороги коммунальной собственности, которые находятся по всей области. И позиция руководителя региона Валентина Резниченко была следующая в том, чтобы уделять акцент дорогам в малых населенных пунктах и в районах области, там, куда у государства не доходили руки ранее, а у этих малых населенных пунктов не было собственных денежных средств в их бюджетах на то, чтобы приводить их в порядок. Поэтому 99% дорог, которые делались, делались в этих малых населенных пунктах. Это первое, чем можно гордиться. Мы уже второй год этим занимаемся. Более 1 миллиарда гривен из областного бюджета на эти дороги было выделено. В следующем году мы хотим выделить еще больше. А второе, чем можно гордиться, мы единственная область в этом году в стране, которая построила с нуля, с фундамента, с котлована, два абсолютно новых детских садика по 220 мест каждый за счет средств областного и местных бюджетов. А другие области, которые строили детские сады, в основном это были субвенции из государственного бюджета, а вот за счет средств местных и областных бюджетов не строил никто, кроме нас. Кроме того, мы за календарный год начали строительство, закончили строительство. Первый детский садик это в Слобожанской объединенной территориальной громаде, в юбилейном, который открывал президент Украины Петр Порошенко. Это самый современный детский садик, 2500 квадратов, 15 гектар территории, соляная комната, компьютерный класс. И все работает. Да, все работает. И второй такой детский садик, чуть меньше по масштабам, но такой же по функционалу, на жилмассиве Левобережный 3, мы сдаем буквально через неделю, ну, что называется, под елку на самый Новый год, а уже после январских праздников туда пойдут первые детки. А на следующий год мы уже в бюджет заложили три абсолютно новых детских садика, которые будут выглядеть архитектурно внешне, так как никогда детские сады в этой стране не выглядели, это будут здания современной постройки, совершенно другой концепции внутри. Плюс мы в этом году построили порядка 21 водовода. На самом деле, вот для нас с вами в областном центре эта проблема звучит странно, как дома не может быть централизованной воды. А когда Валентин Резниченко выезжает в область и общается в народах с жителями районов, то получается, что у них основная проблема – нет воды. Вот у 70 тысяч жителей Днепропетровской области на 1 января прошлого года воды не было. Сейчас она появится. Кроме того, около 200 тысяч воду получали либо по графику, либо ненадлежащего качества, либо там по месяцу велись ремонтные работы. Мы 95% всех водоводов построили. Нам уже осталось там совсем чуть-чуть в следующем году их закончить. И мы решим эту проблему, которую до нас порядка 20 лет никто вообще никогда не решал и не обращал на нее внимания. И здесь опять акцент мы делаем на районы области, потому что областная государственная администрация по своему названию, по своей сути, это госорган, отвечающий за область, не за областной центр. В областном центре есть мэр, есть нормальный бюджет города, есть горсовет, свои депутаты. Акцент в работе облгосадминистрации весь этот год был на другие отдаленные и малые населенные пункты. Ну, я вот вас слушаю, ну просто вот все идеально. Все с дорогами, нет, все с водой. Что? Нет, что? Нет, не идеально. Что не идеально? Смотрите, у нас бюджетная децентрализация прошла 1 января 2015 года. А до этого таких огромных денег в местных бюджетах не было. Кроме того, мы, наверное, одна из немногих областей в стране, которая научилась плодами бюджетной децентрализации пользоваться. Мы используем те деньги, которые собираем в виде налогов, не копим им, они не переходят на следующий год, и мы на эти деньги реально строим, и люди видят улучшение инфраструктуры. Но если 20 лет до этого мало что строилось, а строились только гигантские объекты, там, условно, там, объездная дорога или еще что-то, но каждый житель отдаленного населенного пункта не видел дороги возле своего дома, то это нельзя назвать каким-то бумом строительства. Сейчас он есть, но этого мало. Вот в таком темпе нужно отработать 3-4 года для того, чтобы все дороги привести в порядок. В таком темпе должен отработать Укравтодор, который занимается своими дорогами. Мы сейчас заняты тем, что, используя наши лоббистские возможности, выбиваем деньги в госбюджете, чтобы был профинансирован местный Укравтодор на свои дороги. Они сделали все свои дороги, чтобы не только мы делали коммунальные, но и государство делало дороги государственного значения. Кроме того, если долгие годы в области не велось в достаточном количестве нормального дорожного строительства, по щелчку пальцев
месяцев здесь компании с современным оборудованием не возьмутся. А только в этом году начались огромные закупки дорожно-строительной техники, которая уже в следующем выйдет на дороги и будет капитально ремонтировать. Только в этом году мы приучили все компании к тому, что нужно давать гарантию на свои работы, а не так, как они делали там 3, 5, 10 лет назад, когда сделали, а в следующем году опять делают эту же самую дорогу. То есть вот таких вот маленьких нюансов очень много, и они на самом деле очень сильно мешают и заставляют нас бежать еще быстрее, да? Но мы уверены, что если вот в этом году мы создали некий базис, то в следующем году мы будем развиваться еще быстрее, и в принципе тот бюджет, который мы приняли первыми в стране, это уже отображает. А вы упомянули объездную дорогу, это тоже важный объект, его тоже нужно заканчивать. Это важный объект, она не является объездной дорогой по своей сути, поскольку у нас город не радиальный, как, там, допустим, Париж, да, в котором есть там объездная дорога, на самом деле это кусочек объездной дороги, которая могла бы быть вокруг всего города, а дорога находится на балансе у Укравтодора, а вторая ее часть не завершена, там нужно только, чтобы закончить туда выезд к аэропорту, там порядка 350 миллионов гривен, и еще порядка миллиарда для того, чтобы довести ее до той точки, до которой она задумывала, чтобы она была похожа хотя бы отдаленно на объездную. Мы эти деньги заложили в наши пожелания к государственному бюджету. У нас есть порядка 27 обращений народных депутатов и от нашей области, и не от нашей области, которые написали письма на президента, на премьер-министра, на главу поляка Укравтодора, на министра транспорта и инфраструктуры, на Амеляна, с тем, чтобы эти деньги включили в бюджет следующего года. И сейчас мы будем заниматься тем, чтобы они появились в бюджете, дошли до области, и местная служба автомобильных дорог, как структурное подразделение Укравтодора, начала на эти деньги строить. Почему? Потому что в прошлом году в область дали 500 миллионов на трассу Днепр-Красноармейск, ну, Павлоград-Красноармейск, и Днепр-Николаев через Кривой Рог, но техника ж на дорогу так и не вышла. Это вопрос к менеджменту Укравтодора и местной службы автомобильных дорог. А вы сказали, мы будем заниматься, чтобы эти деньги появились в бюджете. Каким образом? Внушением, переговорами, договоренностями, подключением народных депутатов и, на самом деле, обычным лоббизмом, который есть во всех развитых странах. Вот поможет? Ну, это реально? Мы надеемся, что да, потому что мы считаем, что область показала себя, зарекомендовала себя положительно в этом году. Вчера новость появилась на сайте Кабмина о том, какое количество инфраструктурных проектов сделано, и кабинет министра видит, что здесь реально строится. То есть здесь реально деньги выделяются, здесь реально деньги превращаются в инфраструктурные объекты, и люди это видят. Поэтому мы считаем, что если есть какая-то часть, которую государственный бюджет должен делать сам, то варианта два. Либо отдайте эти дороги на баланс нам, и мы сами с ними разберемся, либо, пожалуйста, будьте добры, профинансируйте то, что вы должны профинансировать. Вот и все. Понятно с этим вопросом. Есть такая строка в вашем отчете, по всей видимости, 2 000 долларов на каждого жителя заработала Днепропетровщина на инвестициях. Как это, что это? Ну, откуда? Не заработала. Смотрите, вы когда вы говорите, заработала каждый житель на инвестициях, это значит, каждый житель 2000 долларов получил. Нет, это немножко не так. Это считается, есть такой показатель у Министерства экономики, общий объем иностранных инвестиций за календарный год делится на количество проживающих на территории области. Получается, средняя сумма на одного жителя, эта сумма по Днепропетровской области наивысшая по стране. Мы прекрасно понимаем, что это не наша заслуга, давайте скажем честно, это заслуга того, что Днепропетровская область является самым развитым промышленным регионом по состоянию на сегодня в стране, после того, когда идет война на Донбассе, и Донбасс там промышленно развитым регионом не является. Это те деньги, которые нынешние собственники промышленных гигантов Днепропетровской области вкладывают в их развитие и в повышение их эффективности. Как бы тяжело ни было, какие бы высокие и низкие цены на сырье не были, все равно эти предприятия развиваются, в том числе не развивают и какие-то экологические направления. Это первое. А второе, у нас в любом случае реализуются какие-то инвестиционные проекты. Например, у нас в Подгороднем построили солнечные батареи, строятся такие же в Никополе, а польская компания во вторник приезжает к нам с тем, чтобы построить еще какое-то количество солнечных батарей. Кроме того, у нас есть инвесторы, которые за свой счет строят модульные котельные, и мы экономим газ, переходим на альтернативные виды топлива. Но нам бы хотелось, чтобы мы ушли от гигантомании, чтобы появилось огромное количество более мелких инвесторов, помимо тех, которые есть изначально. То есть Арселор как инвестировал в Украину, он так и будет продолжать инвестировать и развивать бывшую Криворожсталь. А нам хотелось, чтобы более мелкие компании со всего мира заходили в область и видели, что здесь можно развиваться. Мы на прошлой неделе подали документы на регистрацию индустриального парка в Павлограде. И по тем договоренностям, которые у нас сейчас есть, в следующем году там появится 2 современных химических завода. То есть это будет вот, ну, таким первым нашим шагом. То есть вот эта сумма 2 000 она будет больше, да, по планам? Мы рассчитываем, что да, потому что к традиционным
традиционным инвестициям промышленных гигантов добавятся инвестиции более мелких компаний, которые будут организовывать бизнес на территории Днепропетровской области. Экология – очень важная тема, тема проблемная. И я не знаю, насколько вот правильно мы судим, но она очень-очень трудно сдвигается с места в лучшую сторону. Что с проектами? Она трудно сдвигается, но в этом году произошли два события, которых ранее не происходило. Первое. Во-первых, у нас появился сайт ecoinfo.dpua, на котором 1700 стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой в режиме онлайн передают состояние о загрязнении воздуха и воды. То есть то, что раньше замалчивалось, либо нужно было искать по каким-то исследовательским институтам информации, сейчас любой житель области может зайти на сайт и посмотреть на состояние окружающей среды возле того места, где он живет, работает, либо по той дороге, по которой он едет, на всей территории области. Первое, это проблему признать, увидеть ее фактическое состояние. Второе, мы ушли от кулуарных договоренностей с крупнейшими загрязнителями области, как это случалось раньше, и это можно судить об этом хотя бы потому, что мы выиграли иск у ArcelorMittal на 72 миллиона гривен, которые ему начислили по штрафу экологической инспекции за ненадлежащее выполнение своей экологической программы. Кроме того, тот посыл, который руководитель региона Валентин Резниченко делает всем крупнейшим промышленным гигантам и загрязнителям о том, что мы, как областная власть, будем их всячески поддерживать и всячески им помогать развиваться, но мы требуем неукоснительного соблюдения всех экологических мероприятий, которые у них записаны в их же программах и приняты сессии облсовета. Если раньше они использовали тактику решения Министерства экологии сместить сроки там, с 2017 года на 2027, сейчас мы такую порочную тактику прекращаем и заставляем их этими мероприятиями заниматься. А свалки? Очень много свалок на территории области, в том числе на граничных. Свалки – это бич вообще нашей страны. Все знают историю Львовской свалкой, да, все знают мусор, который возился потом по всем другим областям. Мы летом проголосовали сессию облсовета стратегию поводжения с ТБО, которая заключается в следующем. Первое. Вместо 13 действующих полигонов, которые сейчас половину пиратские, половину работают по документам, будет 6 официальных современных. Второе. Есть 4 пилотных территории, которые сейчас эту стратегию отрабатывают. Самое главное, что там будет, это стратегия раздельного сбора мусора. То, что происходит во всех развитых странах. Если мы увидим, что на этих 4 территориях это все сработало, действительно мы прошли всю цепочку, то мы будем эту стратегию внедрять дальше везде. А дальше, поскольку полигоны раньше открывал, там, любой город мог открыть себе полигон, независимо не спрашивая там, у облгосадминистрации, облсовета, либо соседнего района, то сейчас все полигоны закреплены областной программой. И все, что не находится в этой программе, должно быть закрыто. Все, а с пиратскими что делать? Если нужно, я подкину вот адреса. Нет, пиратские, да? Можно, пиратские можно только закрывать, поскольку их нет в программе. Как только программа вступает в действие после отработки на пилотных территориях, дальше работа правоохранительных органов. Мы их все инвентаризировали, мы все их нанесли на карту, мы все их понимаем, где они находятся. И как только заработают нормально действующие полигоны и заработает система доставки мусора туда, надобность пиратских полигонов, в принципе, отпадает вообще, и дальше работа правоохранителей с тем, чтобы они все были закрыты. Ну и давайте в завершение, время наше заканчивается, о такой вот неформальной, неформатной структуре работы Днепропетровской облгосадминистрации. Есть такое понимание, что вот именно минувший год вот так можно охарактеризовать. Для администрации. Ну, поэт Арлуша ранее ни в одном госоргане в нашей стране не выступал, писатели. Как и блогеры свои книги не презентовали, поэтому это действительно, наверное, неформатно, но понимаете, все, знаете, как есть теория относительности, да, относительно чего неформатно? Относительно существующих в стране облгосадминистрации, наверное, да. Ну, я вам скажу, наверное, относительно да. Чего, нет, просто попадая даже в облгосадминистрацию, ты попадаешь в какие-то рамки, как-то это все вот ограничено. Ну, работники... Представишь, что там может проходить концерт или... Нет, ну, знаю, смотрите, работники шубл администрации, это же такие же люди, как и любые другие граждане этой страны, и они с такими же привычками, с такими же характерами, с такими же, там, с таким же поведением. Ну, там стены правда? Какой-то нет, там какой-то энергетику. Дух в стенах витает, но вы знаете, там энергетика очень сильно поменялась в 2014 году, когда облгосадминистрация именно Днепропетровская была такой точкой сборки всех волонтеров со всей страны, и в зале в тысячном, на тысячу мест на первом этаже был большой склад продукции, уходящий на фронт. Наверное, вот именно эти события поменяли дух этой
дух этого здания, дух обладминистрации, дальше она уже не могла быть, не могла вернуться к тому состоянию, которое она там была при коммунизме, либо при Советском Союзе. Мы просто делаем некие вещи, которые считаем правильными, и хотим показать, что обладминистрация – это просто нормальное место, где собирается куча неравнодушных людей для того, чтобы вместе развивать регион. Все. Но тут же еще знаете, что важно? Не переборщить, да, с подобными форматами, потому что их тоже может стать много, и они могут уже обратный какой-то эффект. У нас есть, некий график, это первое. Второе, у нас не концерты не каждый день. Вот. А третье, облгосадминистрация как исполняла свои функции, положенные по закону, так она их исполняет. Просто формализма во взаимоотношениях с людьми стало меньше, и это очень хорошо. А раскройте вот какую-нибудь часть графика. Кто там у вас по графику интересный из звезд, из творческих личностей? Мы хотели до Нового года, мы, к сожалению, не успели. Мы хотели, чтобы Борис Ложкин презентовал свою книгу «Четвертая республика», которую он написал и презентовал уже в нескольких странах. Первый регион, в котором он ее презентовал, чтобы был Днепр. Ну, Днепропетровская область, город Днепр. Но мы не сошлись по графику. Наверное, это уже будет после Нового года. Мы специально заказали отдельный тираж, чтобы все желающие могли книгу эту получить, там, с автографом автора, и чтобы он рассказал, как человек, который непосредственно участвовал во всех событиях, вот, начиная после революции достоинства, вот, как он их описывает, куда движется Украина, это было бы очень важно. А второе, мы провели первое важное мероприятие, как по нам, два на самом деле, которые оставили там какой-то след. Во-первых, мы в прошлом году 100 тысяч книг закупили для библиотек области, чего никогда не было, это прошло незамеченным, потому что никто на это не обратил внимания, мы не акцентировали. Но библиотеки области впервые за все время, за годы независимости, 100 тысяч книг на украинском языке получили. Кроме того, не сами выбирали, какие именно, мы только исполнили их желания. А второе, мы на прошлой неделе провели встречу школьников, выбрали с каждой школы некое количество с представителями IT-компании Днепра. И мы хотим такие встречи проводить регулярно в нашем малом зале на 350 мест, чтобы наши дети уже со школьной скамьи знакомились с какими-то профессиями и понимали, в какой институт им дальше поступать, чтобы они в неформальной обстановке могли пообщаться и задать свои вопросы. Ну что, на сегодня все. Я желаю, чтобы вы из графика не выбивались до конца этого года и чтобы все удавалось в новом году. Спасибо. Спасибо.